Так, 21 марта 2023 год. Высадка рассады лука Кэнди. Так вот это происходит. Барабан, значит, такой вот есть, который прокатывается, делает вот такие вот отверстия. Они расположены через, ну, в общем, в длину получается либо 16, либо 18 сантиметров, 4 строчки. Такие 294-е кассеты. Здесь был лук Сибирь. Вот что от него осталось. Ну, были морозы, лук помёрз. Вот остатки его. Вот то, что осталось от Сибири. Вот высаживается лук Кэнди. Кэнди – это один из самых ранних гибридов. Значит, срок вегетации у него 88-90 дней с момента высадки рассады. То есть, если сегодня 21 число, в принципе, результат уже можно получить в 20-х числах июня. Причем урожайность ярового лука, мы знаем, она намного выше, чем урожайность озимого лука. Высаживается, будет он на верхнем поливе. Сейчас, как только уйдут люди, сразу зальется водой, прольется. Такие вот ячейки. Тут лучок у нас. Раз, два, три, четыре. Здесь четыре у нас. Вот такая вот рассада. 294-я кассета. Корневая уже шикарная. Что еще можно сказать? Ну, с осени, естественно, носили сюда 200 килограмм нитрамофоски. Сейчас будет, естественно, продолжаться питание. Все это будет. Ровно получается за счет того, что есть вот такой барабан, который делает ровно эти отверстия. Получается у нас хорошая грядка. Все, лук расстанавливается очень четко. Сейчас посмотрим, как высаживают его немножко. Прикапывают, кто-то прикапывает, кто-то не прикапывает. Вообще лучше, конечно, его там прикопать. Я примерно понимаю, как он выглядит. Ну, четко. Расстановка вообще есть. Не надо людям там палочками замерять. Колодики, дырки, все готово. Просто расставляю и все. Прикапываю.